Более 5,5 миллионов тонн зерна – вес белорусского каравая. Самый большой вклад пока внесли столичные хлеборобы. Миллионный рубеж преодолели и брестские. Затем идет Гродненский регион. Убрано порядка 70% площадей. Здесь же и самая высокая урожайность – более 38 центнеров с гектара. Что касается темпов, если не помешает погода, то уже на этой неделе уборочная завершится. Ограничения на посещение лесов введены в 25 районах Беларуси. Интерактивная карта доступна на сайте Минлесхоза. Причина – повышенная температура. В ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют жаркую погоду. В Гомельской и Могилевской областях ожидается выше плюс 30. В связи с этим пожароопасная ситуация в зеленых массивах может усугубляться. Сегодня в Могилевской области стартовала республиканская профилактическая акция «В центре внимания дети». Специалисты напомнят о правилах в торговых центрах. Ребятам предложат пройти квест. Первый этап по 31 августа, а уже 1 сентября начнется второй. Работники МЧС начнут посещать школы. В программе интерактивные игры, плановая эвакуация. Завершение – единый день информирования 10 числа. Белорусская вакцина от COVID-19 будет переноситься достаточно легко. Об этом заявил главный государственный санитарный врач страны. Владимир Горбунов отметил, препарат содержит почти весь спектр антигенов вируса. Это его главное преимущество. Кроме того, в вакцину добавляется вещество, усиливающее иммунный ответ в организме. Однако граждане сами могут выбрать, какой укол сделать себе. К слову, 1 000 000 доз китайского Синофарма поступит в республику уже в этом месяце. Зарплаты бюджетников выросли, причем уже второй раз за год. С 1 августа базовая ставка увеличена до 198 рублей. Это основной элемент тарифной системы, на основе которой производятся выплаты. По сравнению с 2020-м, темп увеличения составит 106%.